Елабужском институте прошло выездное комплексное мероприятие, организованное Департаментом по молодежной политике КФУ. Кураторы и старосты академических групп в рамках конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» предстали перед жюри со своими открытыми занятиями в номинации «Лучший куратор». К этому празднику мы готовились несколько дней, очень много репетировали. Очень много было всяких трудностей, но мы это преодолели. Как показывает практика, такие мероприятия очень сплочают коллектив. Поэтому мы за друг друга очень болели, очень переживали. Затем гости мероприятия смогли полностью окунуться в учебный процесс, посетив 3 кураторских часа, посвященных различным темам. На повестке дня был знаменитый праздник прихода весны на Урус, который отмечался 2 дня назад. Студентам подробно рассказали о сути праздника, его истории, а также их познакомили с народными танцами и обычаями. Мы приобщились к традиции, узнали понятия, узнали, что в ЮНЕСКО этот праздник утвержден в 2009 году. Ребята очень старались, и национальные костюмы, и танцы, и песня. Вся эта атмосфера позволила нам окунуться в атмосферу именно традиций. Сразу после официальной части старостам академических групп провели серию мастер-классов, где специалисты департамента рассказали им о важной составляющей их обязанностей – комьюнити-менеджменте, тайм-менеджменте и креативном мышлении. Это поможет им научиться правильно расставлять приоритеты и распределять свое личное время, чтобы увеличить продуктивность труда. Рассмотрели такие вопросы, как организация учебного времени, рабочего времени, совмещение этих двух деятельностей. Ну и также рассмотрели шаги к эффективному тайм-менеджменту, эффективному распределению времени в течение дня, недели, месяца. Айдар Нурмиев, Елизавета Газизянова, Универ Ньюс.